С горки прямо в воду. В одном из столичных детских садов открылся мини-аквапарк. Скатиться с горки, понырять и поплавать на спине. Для маленькой Маши это программа минимум. В бассейне она чувствует себя как рыба в воде. Главное меня научить в бассейне в садике. На горке очень круто, и я не боюсь нырять. Мини-аквапарк появился в 7-м Чебоксарском садике недавно. Его привезли из Германии. Финансовую поддержку оказала столичная администрация. Две горки, специальные плоты для самых маленьких, гидромассажная ванна. Теперь ходить в бассейн интереснее. Они быстрее учатся плавать, это их привлекает. И все-таки вот это необычное оборудование для детей вызывает повышенный интерес и как у детей, так и у родителей. Ну и поэтому желающих для занятий в бассейне у нас появилось намного больше. Малышей мастер-класс по акваэробике, зарядка и спортивная эстафета. Ходить в бассейн еще и полезно. Этот мини-аквапарк пока что единственный в Чебоксарах. Вполне возможно, в будущем такие горки появятся и в других детских садах. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.